Ребята, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про отель Sea Galaxy. Вот так вот мы открываем дверь, заходим и видим такую штучку. Если вы не видели раньше для карточек, то без нее не будет работать у вас питание. Оп! И включился свет. Так, здесь мы немножко уже набардачили, но давайте самого по порядку. В общем, здесь есть такая, смотрите, классный стульчик, скамейка, не знаю, как назвать, да, для того, чтобы одевать обувь. Вот наша обувь, мы проживаем вдвоем с соседкой. Вот сейчас ее нет пока. Далее, чтобы вам показать, вот такая есть ванна с душевой кабиной, с раковины, вот я, да. Так, смотрите, здесь такой есть фен, зеркало увеличивающее. Каждый день приносит наборы Sea Galaxy, это гели для душа, щеточка с зубной пастой, бритвенный набор, можно побрить ноги, и мыло. Вот. Душевая кабина, чтобы можно было принять душ, расслабиться. Здесь у нас полотенца, их тоже меняют каждый день. По два полотенца больших достаточно. Одно такое ножное полотенце, чтобы когда вы помылись, могли встать не на холодный мокрый пол, а на полотенчика. Ну что здесь, унитаз, ёжик, все стандартно. И вот такой телефон для внутренней связи. Так, ну что, пойдем дальше. Зеркала в прихожей, чтобы можно было прихорошиться перед выходом. Здесь у нас есть холодильник, шкаф. Очень много вешалок. Я прям люблю, когда так. Забыла показать кондиционер. Вот пульт от кондиционера. Если вам холодно или жарко, можете воспользоваться. Также есть телевизор Samsung. Я никогда в гостиницах не смотрю телевизор. Не для этого обычно приезжаю. Ну, может быть, люди смотрят. Еще вот одно зеркало. Такая картина. Вот смотрите, здесь две кровати. Мы здесь с соседкой разместились. Кровати вообще изумительные. Такие мягкие одеяла, такие мягкие подушки. Спать одно удовольствие. Здесь телефон для связи. А что еще? Самое главное, что здесь панорамные окна, вы представляете, прям панорамные окошки от самого пола и до потолка. Они просто огромные. Можно вот так открыть, раздвигаются в сторону и посмотрим на вид. Ну, правда, уже вечер, конечно, не день. Сейчас в Сочи декабрь. Где-то плюс 13 градусов каждый день. Вот, смотрите, здесь на балконе есть столик с двумя стульчиками. Можете посидеть, попить кофе или чай. Сушилка для белья. И посмотрите, какой здесь интересный интерьер, вид с балкона вашего. Мы сейчас находимся на 6-м этаже. У меня 619 номер. Очень прелестный вид вниз. Вон, видите, значит, написано Sea Galaxy. В парке таком уже темнеет, но тем не менее, мне кажется, все прилично видно. Парковка напротив нас отели. Так, скоро Новый год, и многие деревья вот так украшены огнями. Не знаю, получится приблизить. Нет, сейчас, подождите. Вот, выглядят они потрясающе на фотографиях. Очень красиво, классно, классно, классно. Фирменный логотип Sea Galaxy. С ним тоже все фотографируются. Sea Galaxy — это профсоюзная гостиница. Замечательно. 4 звезды, ребята. Я вам рекомендую. Посмотрите, как здесь красиво. Какой вид, да, вот балконы такой формы. Интересное архитектурное решение. И, конечно же, Черное море. Посмотрите, как здорово все видно. Вон какой-то кто-то катается на... Что это за плавательное судно? Не знаю. Пишите в комментариях.
Здесь невообразимо красивые закаты бывают. Сейчас еще не так сильно стемнело, но бывают закаты, просто все небо оранжевое. Может быть, я поставлю фотографию, может быть, нет, не знаю, в конце. Вот. Так все прилично. Я рада, что у нас разместили все Galaxy. Вот. Такая красота. Здание высокое, здесь как минимум 18 этажей, я думала, что больше. Просто на 18-м я была, там находится зал «Панорама». Внизу в отеле есть конгресс-холл для проведения каких-то ваших мероприятий. Так, что еще забыла показать вам? Забыла показать, наверное... А, ну да, что тут? Каждый день приносит водичку, я одну бутылку выпила. Так. Тут еще такие шоколадки есть, их фирмовые, с символикой, да, Sea Galaxy. Я не ела, соседка съела одну, вот. Я рекомендую вам этот отель, мне здесь понравилось просто шикарно, поэтому мой обзор закончен. Всем пока-пока!